Наша обязанность – любить, уважать и не забывать тех, кто посвятил нам всю свою жизнь. Но иногда сначала забрал, а слуга нам сказал, поезжай по зиму, поживешь, приедешь. Приехал, три года жила, а потом мне надо было. А две внучки не звонят, и внук старший, 44 года ему, никогда не звонит. Даже телефон в руки не берет. А как человек живет? Обида, вот и все. Больше ничего не скажу. Другой раз, а вот это домой.